Ну, презентуй свой e-pencil. Вот. Чехол на зимнюю удочку. Вот. Ничего, все целое, ничего не ломается. Вот. Ничего не надо складывать. Вот. Ну, показываю, как оно действует. Кусок трубки из кабель-канала и резинка для деньгов, которых сейчас ни у кого нету. Да. И все. Шестик удочки защищен. Удочка носится в кармане. Вот. Никому не мешает. Ничего не ломается, нигде не цепляется. Можно вместе с мотылем. Мотыль потом размножится, его там будет много. Ну, медленно, покажи еще раз на камеру. Показываю еще раз. О! Две штуки. Берем. Снимаем резиночку. Достаем удочку. Это в карман. И пошел. Надоело. Вставляем удочку. Цепляем резиночку. Все готово. Ясно. То есть все проблемы только сделать вырез. Да. Ну, чтобы не прокручивалось, и все. А заглушки? Да. От водопроводного крана. Можно без заглушки, но на всякий случай, чтобы мормышка не вываливалась. Чем угодно, хоть пробкой, хоть чем, что есть под рукой. Короче, вот такой мега-девайс, господа. Пользуйтесь. Да, берем вот так. Еще раз. И смело. Ничего не ломается. А еще раз кинуть можно? Пожалуйста. В любом положении, когда угодно. Все на месте, никуда ничего не девается. Ничего нигде не ломается, ничего ни за что не цепляется. Вот так.